Ну, работать. Будем там работать, как бы после лета набирать форму, вот, готовиться к сезону к предстоящему. Новый регламент чемпионата, спаренные матчи. Это хорошо или плохо? Ну, я считаю, что хорошо, то, что будет больше игр. Вот. Для молодых футболистов это намного лучше, то, что больше игровой практики получат. Вот. Поэтому я думаю, то, что это только в пользу русскому чемпионату.